Сочи – не только олимпийская столица и курорт мирового уровня, но еще и город студенчества. Из 15 тысяч городских студентов 7 тысяч – студенты СГУ. Наступивший учебный год для этого учебного заведения особенный. В октябре университет отметит 25-летний юбилей. Особен праздничный год и тем, что география студенчества Сочинского госуниверситета заметно расширилась. В этом году сюда поступили ребята из 51 региона России, а также из совершенно новых для вуза стран – Камеруна, Австрии, Словении. Новый вид программы начали в этом году – это обучение русского как иностранного. К нам приезжают наши первые слушатели, студенты из Китая, из Бангладеш. Поэтому университет расширяет свою популярность, он становится более известным в мире, и мы рады, что ребята в этом году начинают свой юбилейный учебный год. В этом году отряд студенчества Сочинского госуниверситета пополнился на 1500 человек. Выпускники одобряют выбор первокурсников. Студенческая жизнь тут очень яркая и красочная, и также преподаватели очень сильный состав. Да, студенческая жизнь у нас очень интересная. У нас существуют молодежные организации, которые очень хорошо работают, помогают нам. Нам интересно заниматься этим. Большинство первокурсников свой выбор сделали в пользу специальностей, связанных с сервисом. С 1 сентября в СГУ заработали новые направления. Это технический, инженерный, транспортный сервис, сервис спортивных объектов и объектов инфраструктуры. Также популярными остаются экономисты и юристы. Впервые в этом году произвели и набор на очную форму обучения по направлению логопедия. Такой шаг в университете называют прорывом. К тому же интерес к педагогическим специальностям заметно возрастает. Квалифицированные специалисты, отмечает Анатолий Пахомов, сегодня городу необходимы. С окончанием Олимпиады на курорте началась новая жизнь и поддерживает заданный уровень задача молодых специалистов. Я просто уверен, что все вы – это замечательные горожане наши, это замечательные специалисты. И вы знаете, что каждый год мы проводим встречу с работодателями с целью того, чтобы выпускники Сочинского университета нашли место для работы, любимое место для работы в наших сочинских предприятиях. И знаете о том, что лучше и больше предложений, чем в Сочи, никогда не было, и я надеюсь, никогда не будет. Главное, напоминают ребятам, полноценно использовать студенческие годы и хорошо учиться. А самореализоваться в Сочи не составит проблем. Елена Всецна, Инга Габеша и Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.